Надо рисковать, надо не бояться, надо идти вперед, даже если страшно, тем более если страшно. И в первую очередь верить в себя. Нам действительно на этом проекте довели до нас то, что мы сильные и что мы можем. При подготовке программы Diversity мы встречались с женщинами, которые имеют потенциал, и задавали им вопрос, почему они не развиваются, почему они сидят на своих местах достаточно продолжительное количество времени. Ответ был один: я боюсь, что я не справлюсь. После этих встреч было принято компанией решение запустить нашу школу FemUnity для того, чтобы вдохновить женщин на новые достижения, не бояться расти и добиваться в мире мужчин своих позиций под солнцем. Испытать этот драйв и двигаться вперед. Исторически так сложилось, что в горном комплексе преобладали мужские специальности. Но сегодня мы видим, что женщины являются такими же высококлассными специалистами. И поэтому мы ставим задачу выровнять гендерный баланс, тем самым усилив коллектив и позиции компании в целом. Женская школа лидерства стала прорывом, просто вспышкой света этой осенью. Потому что, казалось бы, не новые темы, которые мы услышали от спикеров, это и переговоры, это и делегирование, и управление временем, пронизаны опытом спикеров, их успехами. Ты понимаешь, какое колоссальное количество возможностей открывается перед тобой, что еще можно сделать. Женская школа лидерства собрала такое количество сильных, активных, инициативных и просто красивых женщин. Оно не может не дать результата. Много женщин с потенциалом. Просто не всегда есть возможность его проявить или показать. А эта программа FemUnity действительно дает эту возможность. И становясь ее участником, любая женщина может себя проявить и показать, на что она способна. Раньше я плыла по течению, как все. FemUnity помогло мне переосмыслить свою жизнь, сделать самоанализ себя, то есть то, что у меня вот есть на данный момент, да, то, что я хочу достичь в будущем, что мне надо сделать, чтобы это достичь. Я как один из руководителей предприятия и как амбассадор по гендерным вопросам возлагаю большие надежды на проект FemUnity и на его выпускниц. Верю, что они станут двигателями развития и перемен в Ферэкспо. Я уверена, что глобальные перемены не за горами. Ведь тот, кто верит в то, что делает, сможет изменить мир.